Привет! Вы на канале 4D. К нам приехали посылки с кита. Много посылок с кита. Давайте же начнем. Посмотрим, есть ли для меня что-то там полезное. Так, открываем сейчас самую маленькую начнем. Типа к маленькому и к большому. Я тоже видела. Ребята, пупырка. Так, вот здесь сейчас мы закрываем это. Вот это мы сейчас вскрываем. Сейчас попробуем. Да блин. Это заколки, это заколки. Мы будем с мамой делать заколки. Это клей для заколок. А это пупыт. Это пупыт всех современ моих. Моей мамы, папы, бабушки и дедушки. У нас сейчас другие пупыты. Но я помню, это я каждый раз это клею. Так, сейчас я достала самую большую посылку. Вскрываем. Мне так интересно. Там что-то мягкое. Посылки, еще одна посылка. Сейчас открою, вам покажу. Ребят, угадайте загадку. 100 одежек и все без одежек. Нет, это не капуста. Это посылки из Китая. Самый большой. Несколько маленьких посылок. Давайте сейчас вот такую вот откроем. Открываем. Посмотрите, здесь авокадо есть, типа лимоны, не знаю, что это, киви и груша. Это, оказывается, резинки для волос. Сейчас мы откроем авокадика. Открываю. Сейчас вы посмотрите. Ну, как он? Все, буду в школу уносить. Хоть у меня и каре, но я себе уже заплетаю хвостик. Открываем самую толстую посылку. Так, где я ее буду открывать? А вот сейчас. Такое чувство, как будто я бумагу режу. Так, мне кажется, это какая-то мочалка или тоже резинка. Так, что там всего? Мне кажется, это или мамина, или это мое. Хочу открыть эту резинку для волос. У меня теперь есть две резинки в школу. Вот это все тоже резинки эти. Я хочу сейчас открыть самую тонкую посылку. Я вот этой посылке чувствовала, как будто там лаки для меня есть. Ну ладно. Ну все, уже открыл. А, нет. Что это? А, это воротнички. У меня есть черный. Темно-синее платье, некрасивое для школы. Я могу пришить туда воротнички, и у меня будет красиво смотреться, как будто бусики. Давайте сейчас откроем, посмотрим, как оно будет на мне. Представьте, что на мне сейчас это платье. Давайте же посмотрим, как оно. Ну как? Все, буду в школу ходить. Давайте вот сюда вот. Открываем вот такую вот посылку. Мне кажется, там реально... А, там, наверное, реально лаки. Что там? А это у нас...
оказывается для слайма. О, что там куда-то шло? Пупырка! Значит, там еще валялась пупырка. Да она не кликается! Обидно. Ну вот это мы будем слайм делать. Открываем вот такую вот посылку, там что-то мягенькое. Я еще хочу себе резиночки. Хочу пока вот это вот открыть. Я потом буду воротнички искать. Ребята, посмотрите, как пошли. Так, а вот теперь еще воротнички. Посмотрите, какая красота, ребята. Все, я в понедельник в школу одену. Вот так. Хочу вот эту вот посылочку открыть. Так. Это тоже резинки. Значит, вот это будем открыть. О-о-о, опа. У нас 4 резинки на руках. Так, вторая вот здесь будет лежать. А, я наколет. Хочу вот это вот открыть. Она меня больше всего привлекла. У нас еще куча посылок, а мы от... А мы одну большую открыть не можем. Потому что в этой большой лежало несколько маленьких. Режем. Режем, я сказала. Сквиш. Я сквиш режу. А что, ребят? Так, что-то тут не так. А, цвета. Смотрите. Давай вот, давайте вот так положим, чтобы просто. Это клейкая лента для подделок. Будем делать разные посылочки. Хочу вот это вот открыть. Там что-то мягкое, там что-то мягкое. Ух, ребят! А, здесь два воротничка. А, грязный. Клюм. На каждой воротничке буду каждый день другие одевать. Мне кажется, мне на 3 недели хватит. Сейчас закрываем такую чёрную. Открываем. Вы посмотрите, какая бабочка. Я не знаю, какие я одену. Ребят, мне здесь все нравятся. Ладно, открываем вот такую. И тоже несколько? А, нет, это один большой. Теперь у меня школьное платье не будет таким скучным. Ну, погнали дальше. Хочу вот это вот открыть. Мне кажется, антистресс. А нет, не антистресс. Это для слайма. Хочу видео со слаймами. Антистресс. А так, следующее. Красиво. Посмотрите. Так. И зеленое. Посмотрите, как зеленое. Ну и черное. Посмотрите, сколько мы с вами уже открыли. Хочу сейчас вот это вот открыть. Ребят, еще одни воротнички.
Так, где здесь у них открывается? А. Здесь тоже несколько. Посмотрите, сейчас первый. Посмотрите, я это одену в третий класс на 1 сентября. Это, мне кажется, я надену, я во вторник одену. Вот это просто буду ходить. И по праздникам. А вот этот я на школьную вечеринку одену. Или на Новый год школьный. Так. Теперь вот этот скажу. Резиночки. Сейчас вот это вот откроем. Открывайся. Достаю еще одни резиночки. Кольца, кольца. Так. Я уже здесь это просто классно. Ребята, это резиночки в школу мне. Потому что я все мои уже растеряла. Так, следующая. Ребят, вы посмотрите, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блесток. Вот это вот откроется. Открываем самую последнюю. Блестки. Вот я реально уже хочу видео со слаймами. Луна, все такое. Мое сокровище, мое богатство. Так, а вы что смотрите? Идите. Не видите, у меня здесь дела. Идите.